Как исполняются поручения президента, обсудили в правительстве Югры. В частности, речь идет об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепловодоснабжения и водоотведения, регистрации прав муниципальной собственности на объекты ЖКХ. В реестр государственного имущества их внесено более 1000. Сейчас 95% объектов признаны муниципальной собственностью. Практически полностью прошла регистрация в Когалыме, Мегионе, Нефтеюганске, Нягани, Покачах, Югорске, а также Белоярске, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах. Нужно усилить работу в этом направлении в Нижневартовском и Сургутском районах и Пытияхе. Например, в Лангепасе и сельском поселении Нижнесартымский на утверждение новых программ отвели срок до 31 декабря 2018 года. Это было сделано для того, чтобы исключить наличие в системах жизнеобеспечения объектов, у которых нет баланса держателя, за которые, ну, которые никто не эксплуатирует, которые, на которых никто не устраняет аварии и так далее, и так далее. Безусловно, очень важная задача – это упорядочение имущественных отношений и упорядочивание процесса обслуживания этого имущества.